Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. В этом видео я покажу, как закрепить фотостатус ВКонтакте, чтобы при добавлении новых фотографий он не съезжал. Нажимаем «Фотографии», добавляем фотографии, заранее приготовленные, что будет являться фотостатусом, и «Опубликовать на моей странице». Нажимаем. Нажимаем «Фотографии», нажимаем «Редактирование альбома фотографий на моей стене», вот сюда на карандашик, и убираем галочку. Все, теперь ваш фотостатус закрепился и съезжать уже не будет. Давайте сейчас попробуем. Сейчас я добавлю какую-нибудь фотографию и посмотрим. «Отправить». Перезагружаем страницу. Все, наш фотостатус как стоял, так и стоит на месте. А фотография пошла уже вниз. Вот такая фишка ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и применяйте это видео у себя. Всего доброго!